Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной и тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели, все Пуси, Путин и Собчак, и у стены кремлевской ели горели охуенно так. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Бум, 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 бум. Будущий бывший мэр Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Горели люди на Болотной, ОМОН сгорел и все менты, а с неба дождик шел кислотный, еще для большей красоты. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Чем твои золотые купола? Бум, 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 бум. Останкино сгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели замки, что на Истре, горели медленно назло. И храм Спасителя и бани, хачи сгорели москвичи, а дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, почем твои золотые купола?